Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Омега Страйк. И 38% мы с вами уже от основной игры прошли. Даже еще половину не прочапали, да? Так, где у нас сержант? Давай-ка, погнали. Минус Охламон. Давай-ка карту глянем. Мы можем пойти влево, а можно, кстати, немножко здесь спуститься. Посмотрим. Так, Охламон. Да елки-палки, я совсем забываю, что надо перепрыгивать. Слушай, давай, наверное, мы сходим все-таки в левую сторону. Спуститься мы здесь всегда успеем. Мне почему-то кажется, что там будет тупик, и нам придется сюда возвращаться. Так, потолочный краб. Опа, повезло мне. Ага, я же забыл, что я не могу здесь стрелять вверх. Вот это, кстати, недочет. Что когда я на этих турникетах вишу, я не могу стрелять вверх. Где там этот Охламон? Вот он. Нормуль. Так, опять нам надо все выше и выше и выше поднимаемся. Я вижу там сундук у нас, кстати. Это, видимо, какая-то секреточка будет. Судя по всему, может быть, я как раз туда и направляюсь. Так, тихо. Ай! Рано прыгнул. Угу, шикарно. Так, эту установку сейчас подобьем. И перепрыгиваем. Слушай, а по-моему, я как раз и двигаюсь к этому сундуку. Да просто хорош издеваться тут надо мной же. Да, вот он сундук. Ну все. То есть здесь мы с вами все проверили. И теперь я могу со спокойной душой возвращаться обратно. Ё-просоте. Ну, каждую фигню задеваю. Получается, нам надо будет там спускаться вниз. Верно? Верно. Ну, а дальше, конечно, посмотрим, что там будет нас поджидать. 38%. То есть, я думаю, что если мы вот этот уровень с вами пройдем, будет где-то процентов 50. То есть, еще останется нам пол игры пройти. Так, подкрепились маленечко, это хорошо. Вот почему я не могу стрелять вверх, а? Во всех играх обычно, когда ты ползешь, ты можешь стрелять, да? А тут нет. Очень странно. Ну что же, давайте тогда спустимся вниз, посмотрим, что у нас здесь интересного. Ага, блин. Через один патрон перепрыгнул, да? А на второй попался. Так, потолочный краб. Тут как тут. Как же без него? Без него никак. Подобьем. Все равно меня задело, а? Так, установочка ползает. Сейчас я ее подбомблю. Нормуль. Пока, в принципе, ничего сложного нету. Так, камикадзе, да? Минус один. Камикадзе, иди сюда. Минус второй. Сержант, нам нужен будет... Тихо, нам нужен будет сейчас сержантик здесь. Опять будем ползать. Интересно, какие потом еще будут у нас способности новые, а? Как вы думаете? Что мы с вами видели того, чего не можем преодолеть? В данный момент мы можем с вами кувыркаться, лазить, да? И что-то еще нам нужно. Так, подожди. Ой-ой-ой-ой, что я делаю? Нужен прыжок, конечно же, двойной прыжок. Но вот этот вот краб здесь вообще не в тему, если честно. Хорошо, очень хорошо получилось. Смотри-ка, вот эти вот электрические ловушки тут везде ползают. Подлавливают меня везде. Так, уничтожили. Давай-ка эту тоже, наверное. Тихо-тихо. Хоп, нормуль. Так, подкрепиться обязательно нужно, потому что у нас со здоровьем уже практически проблемы. Вроде когда вот было немного меньше жизни, да, у меня. Я играл аккуратнее, чем сейчас. Блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Что за косяки? Так, этого нахлобучим. Нахлобучил. Сейчас я, по-моему, здесь все здоровье оставлю. Мне кажется, нет. Так, опять переползать. Слушай, ну здесь мы с вами не были. Поэтому стоит проверить эту обстановочку всю. Какие-то секретики можно здесь обнаружить. Ага, вот, смотрите, ребята. Вот вам и загвоздочка. То есть мы эти стены пробивать не можем. Соответственно, нам нужен такой навык, который бы дал нам возможность пробивать. Так, сержант, да? Дал бы нам возможность пробивать или толкать, я не знаю, вот эти вот камни.
Я думал, что медведь должен был этим заниматься делом. Но медведь наш только может двигать валуны. То есть вот эти вот камни он пробивать не может. Ладно, посмотрим, что нас дальше будет поджидать. Так, ага, не могу я так сделать, да? Раз, два, три. Мутант с бензопилой на войне. Зашибись, лучше не придумаешь. Так, подкреп. Еще один танчик. Но это не танчик, на самом деле, это как маленькая буровая установочка, да, которая бурит. Так, ползем тихонечко. Вот в таких местах обычно любят делать, подкрепились, какие-нибудь секретки. Что у нас тут? Буровая установка. Так, а этого я, наверное, вот так нахлобучу сейчас с помощью нашего медведя. Шикарно. Ну, да елки-палки. Готово. Так, слушай, у меня такое впечатление, что мы с вами по кругу ходим. Ну, как бы кажется, да? Повторяется. Так, тихо, 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 амбал. Успокойся. Блин, я думал, что он пойдет, а он взял, остановился, а? Ханорик. Так, что нам здесь? Ну, обычно перепрыгиваем. Упс. Турелечка. Ага, не попадает. Слушай, ну, на самом деле... О, опять эти... На самом деле, забавная довольно-таки игра. Мне нравится вот именно... Оу. Вот это спасибо. Спасибо большое за аптечку. Как раз она мне нужна была. Сейчас мы эту фигню подобьем с вами. Опять у нас тут мины. Так, цепочки. Да. Ну, тут все хорошо. Тут у нас все отлично получилось. Так, турели, смотрите, вот они внизу здесь. Их надо подбить. Ну, ё-моё. Все шикарно. Так, еще одна турель. Не получается, да? А если так? Ха-ха. Минус. Продолжаем наш путь. Ё-моё. Ну, конечно, за каждую монетку будем с вами тут кипишевать. Ага, сержант нужен, да? Чтобы ползать. У нас с вами сержант, медведь и Декс, да? Получается вот такая вот командочка. Еще один охламон. И главное, в шлеме, да, в защитных очках. Все как полагается. Так, давай-ка курочку возьмем. Потому что со здоровьем у нас большие проблемы. Опа, тихонько. Ненавижу вот это все дело. Всякие тележки. Нормально. Так, кто там стреляет? Кто там стреляет? Турель, ага. Минусанули. Два очка здоровья получили. Так, внизу опять амбал. Сейчас мы его убьем. Хорошо. Так, опять турель. Мы что-то с вами куда-то все в низину спускаемся. Не знаю, что нас там будет поджидать. Готов. Так, камикадзе, да? Сейчас я его должен нахлобучить. Во. То, что у медведя снаряды отражаются, да, от поверхности, это от боковых стен, от потолка, это очень классно. Так, двойной прыжок. Так, здорово, родной. Что ты здесь буришь мне? Катаешься. Даже не бурит, а просто катается. Угу. Тихо, 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 тихо. Готов, парень. Я смотрю, там турелька стоит. Мне кажется, мы сейчас с вами... Переберемся на ту сторону и будем дальше спускаться вниз. Так, ну да, видите, цепочка здесь находится. Как раз именно для этого она и предназначена. Так, тут у нас турелька. Ну, мы ее, конечно же, с вами подобьем. Монетка. Одна голдишка. Вообще, как тут реально на самом деле, ну, не считая, конечно, вот этих вот сундуков, которые дают нам... По 30 голды. Как тут вообще нафармить золото можно? Я не вижу вообще никаких вариантов. По одной монетке, но это очень долго. Ты представляешь, это нужно убивать такого моба, который 100% тебе будет давать по одной голде. Да ты припаришься тут. Угу. Так. Давай-давай, установочка, иди сюда. Нормуль. Ну, вроде бы со здоровьем все пучком. Мы с вами уже почти восстановили. Давай-ка эту не достаю почему-то. Да что ж ты будешь делать-то? Не пойму я.
вроде дробовик, да, мощное оружие всегда считается, но почему-то... Почему-то оно не сразу уничтожает вражин. Давай, медведь, бомби, молодец, красавчик. Так, двойной прыжок, да? Давай, прям в спину ему. Ну, ха-ха-ха, успели. Сержантик, так, я вижу тут потолочный краб. Ну, его мы сможем с вами подбить, чтобы он нам тут не мешался. Да, нехило мы с вами опустились. Посмотрите внимательно. Куда-то надвигаемся, да? Так, минус чувак. Турель. Погоди-ка, давай-ка, наверное, сделаем немножко вот так. Потом этого хламона. Ё-моё. А, так он, получается, если его не подбить, если он касается тебя, он взрывается. Все, я понял. Но. Минус турель. Бомбочку уничтожили. Так, а тут я не достаю. Погоди-ка, что-то как-то мне не особо нравится. Хм. А варианта нету. Давай тогда. Ой-ой-ой, тихо. Опа. Главное, все ниже и ниже. Куда еще-то ниже, ё-моё. Я так попаду. Ага, смотрите, сохранение. Сохраночка. Это уже радует. Восстановили все здоровье с вами. Давно, кстати, не было, да? И опять у нас тут турели. И опять у нас турели. Так, минус охламон. Шикарно, две монетки. Ну ладно, успокойся ты. Так, у нас амбал. Мы, кстати, можем с вами вниз там спуститься. Вот не знаю, стоит ли. Давай, наверное, мы вот здесь все-таки проверим обстановочку. Хм. Интересно, девки пляшут. Ладно, давай разберемся. Здесь нам не подбить их. Мы не можем с вами стрелять вверх. А вот отомстить можем. Опять эти бомбочки летающие у нас здесь. Твою ж налево, а. Слушай, а по-моему, мы сейчас просто-напросто... Нет, нет, скорее всего, нет. Я думал, что мы с вами соединим. Помните, там можно было вниз спуститься. А я пошел в правую сторону. И я думал, да ё-моё, ну. Да. Из меня снайпера явно не получится. Так, медведь, погоди, не кипишуй. Во, давай. Ну. Готов, парень. Ну, этого сейчас нахлобучим. Шикарно. Не будем с вами прыгать. Лучше потихоньку будем спускаться, потому что фиг его знает, что там впереди. Может, какие-нибудь шипы или вообще какая-нибудь пропасть. Не хотелось бы, да, упасть и начинать с последней точки сохранения. Так, что? А, я думал, что здесь можно вниз дальше спускаться, но нет. Нельзя. Но я все равно хочу посмотреть, что тут у нас. Понятно. Закольцованность. Значит, в любом случае нам надо двигаться сюда. Так, какой-то... Оу, смотрите-ка. У нас электрические барьеры появились. Хорошо. Так, здесь нам нужно ползать. Сержантом ползли. Ну, слушай, довольно легко и просто. Отлично, так, двойной прыжок, да? Так, я смогу подбить? Только лишь вот так, если снизу вверх. Погоди. Ну. Да ё-моё. Ну, пришлось просто-напросто. Как говорится, либо он, либо я. А здесь, а здесь надо перепрыгивать. Опять турели. Там чувак стоит. Поджидает меня, да? Хорошо. Кстати, заметьте, мы с вами вначале спускались, да, все ниже и ниже. Теперь, по-моему, мы начинаем по чуть-чуть подниматься. Ну да, так и есть. Даже по карте это видно. То есть мы с вами сделали небольшой крюк. Так, здесь прыжок двойной, да? Тут сержант. Ну
Ладно. Тихо. Отлично. Турельку. Блин. Монетку отдай сюда. Я вот этого не понимаю, да? Двойной прыжок. Зачем нам тогда надо было спускаться, если все равно мы рано или поздно начинаем с вами подниматься? Неужели нельзя было как-то скоротать? Ну, ё-моё, а, не дают мне покоя. Со всех сторон тут атакуют. Бомбочка, да? Две бомбочки здесь. Ага. Спешим, спешим, батенька, мы с тобой спешим. Тихо, тихо, подожди. Три раза, то два раза, то три, непонятно, чего это все зависит. Так, а вот здесь надо быть аккуратным. Я специально беру Декса, чтобы вот так вот. Потому что, ну, мало ли мы упали бы или не долетели. Опять электрические, да, ловушки. Ну, это не ловушки, это как бы защиты, преграды. Цепочка вниз ведет нас цепочка. Тут шипы. Вот почему, друзья мои, я вам и говорил, лучше не спешить, лучше потихонечку. Ого, еще себе сорвался два раза причем. Ну, бывает такое. Турель, вали нафиг. Так, тележки. Тут, наверное, лучше взять нам прыгуна. С прыгуном, как говорится, мне спокойней. Ага, вверху камикадзе. Турель. Ладно, это все ерунда для нас. Минус. Видишь, как надо юлить. Просто пролетать мимо снарядов и все. Так, а здесь нам прыжок нужен. Ну что там встал, иди сюда. Сейчас мы его укокошим. Тихо. Стоял, подумал такой. Ну и пока думал, естественно, мы его забомбили. Слушай, ну дробовик, вот я заметил, когда прям вплотную подходишь к противнику, да, и бомбишь, он разлетается сразу в хлам. Сразу, моментально. То есть дробовик мощный, но почему-то не всегда срабатывает. Что-то я уже немножечко припарился. Мы с вами круг сделали, можно так сказать. Опа, подловили меня, конечно, нежданчик был. Иди сюда. Вот так вот. Нет, не дал мне никакой курочки. Ага, вот она. Сверху еще и турелька. Сейчас. Слушай, а мы случайно с вами действительно круг не делаем какой-то, а? По-моему, делаем. Так, ну что ты там стоишь-то? Уматывай отсюда. Два, три, четыре выстрела. С дробовика в упор нужно, чтобы уничтожить этого хламона. С какой-то там, я не знаю, с буром, с дрелью, чем он там бегает. Так, давай турель эту уничтожим. Хорошо. Так, прыжок двойной нужен. Слушай, а здесь куда идти? Вправо или влево? Так, курица. Подкрепились. Ага, тут можно и туда, и сюда идти. Ой, я даже не знаю, друзья, куда нам лучше. Конечно, мне выгоднее туда, куда нужно. Но, с другой стороны, мне нужно открывать всю карту. Понимаешь, да? Можешь вернуться, пока не поздно. Просто там, мне кажется, будет выход, если мы пойдем по правой стороне. А вот здесь вот это уже будет как внутри самой вот этой вот локации. Так что здесь стопудово будет какая-то закольцованность. Окончание. Так, давай. Минус. И продвигаемся дальше. Иди сюда, хламон. Так, медвежонок. Солиденько. Пока ничего сложного нету. Турельку минусанули. Все довольно легко и просто. Так, опять электрические барьеры. Двойной прыжок, да? Мимо. Мимо, олух. Зачем надо было? Ну, понимаете, я не могу удержаться мимо противника, чтобы его не подбить. Вдруг он даст курочку, например, или монетку. У меня с деньгами, если честно говоря, вообще большая проблема. А прокачиваться нам с вами по любасику придется.
Я не знаю, у дробовика, по-моему, максимальная дальность, да? Я не знаю, там плюс 2, плюс 3 есть или нету. Ну-ка. Слушай, а сейчас мы с вами все выше и выше, понимаешь? Уже внутри, как бы, вот этой вот самой базы, получается, да? Подземной. Че он там встал-то, дурик? Да, он, смотрите, с какой-то фигней в руках. Это типа бура. Здесь они что-то добывают, видимо. Угу. Ага, друзья мои, наверху аптечка. А как? Не понял, подожди-ка. Да ладно, Декс, ты что, не можешь запрыгнуть? Хм. Странно. Я думал, что двойным прыжком можем. Так, погоди-ка, если мы пойдем с этой стороны, может быть... Да, я понял, что у нас получится. Вот эта дорога у нас идет, видимо, к аптечке прямиком. Угу. Ага, мы можем еще сюда пойти. Так, забираем. И сделаем еще один круг почета. Давай, 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 Декс. И посмотрим, что у нас тут. Сохранялочка давно не было, кстати. Отлично. Коробочки, монетки. Так, теперь путь наверх. Ага. И опять же, я здесь не был. То есть я, грубо говоря, как бы в середину, да? Так, тихо. Вау. Кубик жизни. Ты понял? Кубик жизни, это, по-моему, второе. Нам нужно 4 кубика, чтобы у нас стало намного больше житух. Опа-на, ворота, друзья, смотрите. И кто? И что? Ёпарасоте, ты посмотри. Где твоя каска? Сколько раз я напоминал вам, придуркам, что каску нужно носить постоянно. Похоже, придется преподать тебе урок. Бродус. Главный шахтер. Тихо, тихо, тихо. Друзья, там... А там у нас... Видели, что находится с той стороны? Ой-ой-ой. Да ладно. Фига ты псих. Блин, такой быстрый еще, а. Он еще и кирку свою бросает, зашибись. Да ладно ты. Блин, друзья, я не знаю, что мы тут с вами будем делать. Мы вроде бы покупали с вами закусочку, да? По-моему, пора ей воспользоваться. Так, тихо, 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 тихо. Блин, все, друзья, критическая ситуация у нас. Давай быстро, где у нас сумка? Угу. 8 ОЗ восстанавливает. Ну, этого, наверное, мало будет, да? Так, еще 3 аптечки у нас. Да что ж такое-то, а? В принципе, в нем ничего сложного нету. Я просто не могу понять. Вот здесь можно перепрыгнуть, да, через него, когда он вертит своей киркой. Когда топчет, летят камни. После того, как камни падают, он бросает кирку. Причем, я так понимаю, через нее не перепрыгнуть. Ой-ой-ой. Да, что бы я ни делал, друзья, бесполезно. Так, мы сейчас можем с вами отдуплиться. Давай-ка мы, наверное, быстренько потратим аптечку. Да, не хотелось бы, конечно, но... А что делать? Или же начинать все заново. Но я не хочу, поэтому будем до последнего. Так, пол здоровья я отнял у него. Надо было наклониться. Да что ж ты будешь-то делать, а? Псих какой-то, да ё-моё. С любого положения меня достает. Ты прикинь? То есть в данный момент у меня Декс, как говорится, самый оптимал. Потому что он только может перепрыгивать через всех этих боссов. Да? И в то же время вот ему нужно в первую очередь, наверное, улучшать дробовик. Потому что я думаю, что дальше будут такие вот боссы, через которых нам придется перепрыгивать. Ай-яй-яй, у нас опять мало здоровья. Блин, да что ж ты будешь делать? Я думал, одной аптечкой обойдемся, но не тут-то было. Так, у него здоровья, в принципе, уже не так много.
Я думаю, что нам хватит силенок его забомбить. Так, камни. Смотри, сейчас он после камнепада почему-то не стал бросать свою кирку, да ё-моё. Он начал кружиться. Какой-то непредсказуемый, а? То так он делает, то сяк. Ага, хорошо. То есть перепрыгивать лучше заранее. Да, понятно. Так, где там камни эти? Ты смотри, что делать, а? Слушай, я думаю, что мы успеем его все-таки бомбануть. Давай, 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 давай. Ну, чуть-чуть осталось, господи, там. Есть. Ух. Слушай, ну две аптечки потратил, плюс гамбургер. Что это такое? Так, теперь пули сержанта разрушают камни. Новое умение — камнебой. Слушай, это, по-моему, то, что мы с вами искали. Так, сержант. Отлично. Получаем 30 голды. Слушай, ну с такой возможностью мы с вами сможем в некоторых локациях пройти дальше. Вы, наверное, помните, да? Мы с вами где-то встревали, что нам надо было пробить именно вот такие вот камни, чтобы продвинуться дальше. Если честно, я просто сейчас не могу вспомнить, где это находится. Хотя, если посмотреть на карту, все это должно у нас быть отображено. То есть там, где мы с вами не были, карта не открыта. Ага, сохраночка. Вот я не знаю, друзья мои, будем закругляться или все-таки маленечко еще с вами поиграем? Слушай, я думаю, что, наверное, еще чуть-чуть поиграем. Так, погнали. Нам нужно с вами, видимо, идти по правой стороне, да, до выхода. Там у нас карта не открыта. Возможно, там будут как раз вот эти вот камни. Смотрите, вот здесь вот у нас есть. Видите, да, прекрасно? Сейчас в правую сторону я иду. Так, тихо, тихо, не надо буянить. Курица. Так, здесь, наверное, надо нам двойной прыжок. Короче, сейчас проверим здесь до конца. Желательно везде открывать всю карту, чтобы не было потом, знаешь, этих каких-то там новшеств, да? И тебе не пришлось бежать сюда ради там какого-нибудь квадратика неоткрытой карты, а там окажется ерунда какая-нибудь. Так что будем, наверное, с вами проверять эту зону. Возможно, это даже будет у нас выход. Не исключено. Так, отлично. Сейчас все с вами увидим. Либо тупик, либо проход. Но пока я вижу, что продолжение пути у нас тут есть. Тогда двигаемся. Так, турель. Дай-ка я ее уничтожу. Эту тоже. Так, эту тоже. Сейчас, подожди секунду. Курица. Отлично. Опачки. А наверху у нас, друзья, кубик жизни. Ну, все прекрасно уже знают, для чего этот кубик жизни нам нужен. Смотри внимательно, у нас на правой стороне есть два места неоткрытых. Я не знаю, может быть, нам туда сбегать, проверить. Одно вот здесь вот, недалеко. Сейчас мы, кстати, и заглянем туда. Ну, если там ничего нету, то извините, пойдем тогда на самый верх. Так, минус охламон. Спасибо за курицу. Так, это нам, получается, нужно идти влево-влево, потом наверх. Ладно, не будем, наверное, тут долго задерживаться, блин. Хотя, в любом случае, все равно придется бомбить. Иначе они нас просто расстреляют. Ты будешь бежать, а тебе в спину вот эти вот снаряды будут лететь. Тоже нервируют, согласись. Так, ну здесь мы сейчас быстренько пробежимся с вами. Никаких трудностей не должно быть. Ай-яй-яй, забываю, что надо делать двойной прыжок, чтобы не попасть под пули. Так, погоди-ка, а теперь нам нужно наверх. Ну, судя по всему, не здесь наверх, да? Тут будет где-то у нас подъем. Да ёпрсеты, вы достали меня тут со всех сторон уже. Ханорики. Давай, бомбическая сила. Да, вот у нас здесь путь наверх. Так, сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так, еще один чувак, да? С буром бегать здесь.
Вот где-то тут, по-моему, у нас, да? Ага, нет, еще надо повыше. Еще повыше. Надеюсь, там ничего такого не будет. И мы с вами будем спокойны. Ага, тут получается, смотри, нам нужно вот в эту сторону. Слушай, а я же, по-моему, здесь что брал? Кубик жизни вроде бы, да, здесь лежал у нас. Или аптечка, я уже не помню. Но, по-моему, что-то было. По-моему, кубик жизни. Так, хорошо. То есть здесь мы с вами проходим. Потом у нас идет коридор. Сейчас, кстати, будет сохранение. Потому что красным отмечаются комнаты, где можно сохраняться. Фух. Так, и вот здесь мы с вами поднимаемся наверх уже. Так, а потом, смотрите, самое интересное, что вот в следующей комнате у нас... Так, ну здесь мы с вами были, здесь секретка. Так, а что же вот тут? А, я наверх не поднимался. Хотя тут в любом случае тупик. Нет, не тупик, друзья мои. А я-то думал, что здесь все. Ха. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут спрятано. Да ничего, да? Но, тем не менее, карта открывается. Опачки, сержантик. Ага, это мы с вами просто сейчас соединимся, да? Все, я понял, друзья. Это, так сказать, короткий выход. Угу. Так, ну что, получается, нам нужно двигаться в этом же направлении, потому что там еще немножко у нас не открыто карты. Будем открывать. Будем сейчас все это дело приоткрывать. Как я уже говорил, и нам же будет спокойнее от этого. Ну, где там эта тележка? Вот она. Так, секунду. Давай выше поднимемся. Нормуль. Так, кувырок этот. Ай-яй-яй, здесь нужен двойной прыжок, оказывается. Я думал, допрыгну, ага, но не тут-то было. Давай наверх. Так, секунду. Еще тогда выше получается. Так, этот у нас краб ползает здесь. А я смогу перепрыгнуть? Смог. Но не без повреждений, да, как обычно. Ладно, поползли. Да ё-моё, этот буровая фигнюшка достанет любого. Опять этот краб потолочный. Вот надо было мне задеть, а? Так, хорошо. Минус. Ну, нормуль. Так, опять там потолочный краб. Здесь нам нужен... Ай, подожди, какой? Попутал маленько. Курица. Курица, это, конечно, хорошо, но не сейчас. Так, я то место уже давно пробежал, друзья. Ладно, я не буду возвращаться. Не хочу на самом деле. Хотя стоило бы. Ну что, будем, наверное, выходить отсюда. Нам уже тут ловить нечего. Так, еще сохраночка. Давай на всякий случай сохранимся. Восстановим себе здоровье полностью. Слушай, где же там эта локация? Я вот, честно говоря, не совсем хорошо помню. Нет, это можно, конечно, посмотреть по своим видосикам предыдущим, да, но... Ладно, найдем. В любом случае, никуда от нас то место не денется. В любом случае, мы с вами зайдем в какой-нибудь тупик. Будем с вами, опять же, все это дело пробегать. И рано или поздно наткнемся. Так, а вот у нас и выход. Да-да. Вот у нас и выход из этой подземки. Так, где там наш родненький пилот? Стоит, ждет нас, да? Стоит, ждет нас. Но я не пойду, не полечу, наверное, в другую локацию. Потому что я думал, что там что-то есть. А пойдем с вами сюда, вот подальше немножко пройдемся. Так, здесь нужен медведь. Ага.
Вот сюда мы с вами заходим, тут у нас будет сохранение. Ну что, друзья, наверное, думаю, на этой ноте мы с вами закруглимся. Обязательно продолжим, но это уже будет в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.